Viewer discretion is advised. Так называемые фонды иностранные по школам работают. Сетевые организации просто шарят по школам Российской Федерации много лет. Под видом поддержки талантливой молодежи. На самом деле, как пылесосом высасывают просто и все. Уже прямо со школы абитуриенты берут, и на гранты сажают и вывозят. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, это скандальное шоу «Окупай, грантофиляй». Прямо сейчас наши наживки должны позвонить по поводу, как мы предполагаем, крупной партии грантов. Он? Это он? Да, это он. Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте, да. Квартира 82. Подлюка. 82. Все, набираю. Все, хорошо, я выхожу вас встречать. Бери. Мы спрячемся на кухне, а вы пока будете видеть через скрытую камеру в очках нашего подопечного. Если что, кричи, стучи. Вижу таких пласку. Здравствуйте. Меня зовут Аркадий. Я очень приятно. Мы с вами списывались. Да, да, я помню. Куда можно пройти поговорить? Пойдите в гостиную. Идемте. Проходите. Вы знаете, нам очень и очень понравились ваши результаты. Правда? Алгебра у вас очень сильная. Я просто так волновался, то, что вот я как я сдам ЕГЭ. Там... Все нормально. Но не то, что ЕГЭ. ЕГЭ это базисные знания, угу. Которых... мягко говоря, недостаточно. Угу. Да? Будем с вами говорить так для нашего университета. И мы посмотрели алгебру на действительно хорошем уровне. Надо подтянуть химию чуть-чуть, да? Угу. Но знаем, да? Да, я понимаю. Вот. И подтянуть еще физику. Угу. Ну, тоже понимаете, да? Да. Но получается, я к вам попадаю. Ну да, мы в Сорбонне понимаем, что нам необходимы такие специалисты, потому что мир должен развиваться, миру нужны новые, угу, как угу. Вы понимаете, да, мозги. Да, я понял, понял. Вот, и нам нужны такие редкие, ценные кадры. Хорошо, спасибо. И последний такой вот вопрос к вам. А гранты будут? Гранты? Ну, конечно, будут, да. Гранты – это обязательное условие. Ну, паскуда! Кто это? Ты кому гранты предлагал, тварь? Ты кому гранты предлагал? Он тебе предлагал гранты? Да, предлагал. Ты предлагал специалисту? Специалисту. Специалисту! Был у меня друг специалист! У меня телефон, я... Такие пидоры, как ты, его с 9 класса обхаживали! Гранты! Все. Сначала гранты, потом в университет его взяли! Теперь, блядь, программист он в Гугле работает! А мог бы сидеть, как нормальный мужик, в падике пиво пить, США ненавидеть, Обама обезьяна! Целую колбасу! Ты чё приехал сюда? Ты зачем сюда приехал? Ты ему гранты предлагал? Предлагал, но это... Подрюка, даже я не просто, отрицает! Я просто пообщался. Ты на гранты хотел. Его поставил? Ты я знаешь, сколько ему лет? С молодым, интересным, да? Вы же 9 класс окончили. Да. 9 класс, падла! У тебя вообще понятия есть? Но это уже самое время. Мы уже считаем в Сорбонне, что вот именно в таком возрасте и нужно... Где? Где нахуй считаете? В Сорбонне, в Сорбонне. Какой нахуй Сорбонне, блядь? Университет, я не понимаю, что... Какой происходит? Университет? Где твой университет, блядь? В Сорбонне, молодежь. Какой Сорбонне, нахуй? Франция. Франция, нахуй? Это та Франция, где европидоры в жопу ебутся. Франция, блядь. Какая Франция? Семён. Хочешь, что? Блядь, я нашего русского мальца в саду? Давай телефон. Полиция у вас телефон есть? Сюда давай. Хочет, блядь, увезти наших русских детей в эту, блядь, Содому, нахуй. Молодой человек. Содома, блядь, я... сиди. Сиди, сука, Содома. Иди, неси, неси, блядь, нашу. Жидкость, эликсир. Какую неси. Жидкость? Жидкость принеси ему. Господи. Будем да. Проводить терапию. Молодой человек, я не буду паскуда ничего. Паскуда, очки напялил. Я не буду ничего. Это что ж ты думаешь, можно просто так приехать сюда, к нам, в Россиюшку, найти паскуда, талантливых пожалуйста. Молодых людей и обеспечить им, понимаешь, это кучу денег. Человечество. Успех. Ой. Работа.
Что это? Давай. Балтика нулевка безалкогольная. Пей. Пей. Это же моча. Я знаю, пей. Пей давай, пей нулевку. Пей Балтику нулевку. А, Сорбона? Нравится моча. Тебе, садомит поганый? Я знаю, пей, пей. Я скажу, когда хватит. Пей свою Содому, пей. Гаденыш, а? Хотел он на гранты. Целуй колбасу. Целуй колбасу, и чтобы я тебя больше не видел. Целуй колбасу, сказал. Целуй колбасу, нашу русскую колбасушку. Где ты? Пошел вон. Сорбона, телефон. Я тебе, блядь, дам телефон. Сорбона, блядь. Садомиты ебучие.